Всех приветствуем, продолжаем прохождение второй Виктории за Великобританию. В прошлой серии мы хотели перевести сюда войска, но что-то у нас флот хромает. Что, он будет ремонтироваться? Так, должники, повод для войны. Нет, не будем никакие голосования проводить. Не тайные, не нетайные. Что у нас с ремонтом? Ни хрена, по-моему, не ремонтируется. Так. А почему ты не хочешь ремонтироваться? Так, где? Так, вспомнить здесь ово. Смотрим. Клиперы. Но мы производим больше всего. Но нам нужно больше, чем мы производим. Понятно, у нас где-то даже заводы должны, по идее, строиться под это дело. Они и расширяются уже. Так. Так. Проекты. Грёбаные якобинцы. Так, давай-ка их перевози потихоньку вот сюда. Отлично, напряжение спадает. Ну, хоть какая-то новость хорошая. Ага, и обратно. Грёбаные якобинцы, чтобы пусто было. Так. А, Азия, не Азия. Так, точно, там же надо выбрать вот этот. Где? Ага, выбрано. Жмем. Так, нам нужны пароходы. В Азии можно их построить? Нет. Ну, хоть клиперы наклепай. Так, вот агрессивность пускай уменьшится. Где там у нас приоритеты? Коват. Улучшить мнение, да. Бельгия. Ах, грёбаные французы. Венесуэла туда лезет кто-нибудь? Ну, хоть какая-то радостная новость. Так. Крупное открытие плюрализма. Ну, хоть наш флот разваливаться на части не стал. И то хорошо. Хоть какая-то радостная весть. Так, ну-ка. Да грёбаные якобинцы. Ну ладно, в этой самой, в Испании еще хуже, тут у них где-то восстание уже было. Так. Отмена хлебного закона. Максимум пошлин минус, агрессивность населения в минус. Во. Едите этих якобинцев, уроды. Так, Микран. Улучшить мнение. Так. Кораблики. Пускай сюда, а тут они уж сами дойдут.
Сознательность и неколониальных регионах. Так. Нафиг нам агрессивности и так хватает. Ох ты, неужели в минус пошел? И нам бы портов построить, чтобы лимит так по кораблям увеличить. Тут что-то ужасно у нас все. Так, железные дороги. Тут территории большие, передвигаться нам будет проблемно. Поэтому мы сразу это все дело построим. Особенно вот здесь. Тут горы. И обходить вот эти все мелкие страны, чтобы не терять войска от истощения, это ужас. Почти. Эх, посмотреть. О, проект. Ну, это же другое дело. Так. О, еще одну морскую базу сюда откликнем. А, ну с паузы можно снять, в принципе. Пускай там происходит перевозка. Крупное открытие. Опять якобинцы. Мудаки, так. А вот эти корабли уже, по идее, могут... Могут здесь еще одну бригаду забрать и везти уже туда, в Америку. Так. Мы можем в Америке армию создать? Азия... Европа, Северная Америка. На Ямайке это вообще-то... Ну ладно. Ну на Ямайке, так на Ямайке. Британская Колумбия. Да хрен вам тупые америкосы. Воевать будем нафиг. У них по армии 14, но они пока слабы, этим надо пользоваться. Так. Где наш флот-то? Вон. Так, вон еще 7 кораблей. Так, 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 так. Агрессивность спадает. Куды? Крупное открытие. Куда ты в плюс идешь? А ну спадай, сволочь. Так, флот прибыл. Забираем людей. Двадцать одного. Да, так, наверное, многовато будет за раз перевозить. Могут... вы разделились? Да. Вперед, начинайте уже. Вперед, сволочи, так. Я ж корабли выбрал, так. На корабль, в Америку. Что у нас тут есть? Транспортов нет. Ну ладно. Гребаные якобинцы. Ну чтоб вам пусто было, так. Ну где мы проигрываем? Ай, у нас колониальные очки закончились. Сволочи, так. Мы можем в Мексике высадиться, чтобы не лазить. Да, к Мексикам. Так, я не понял. Нам не надо у них проход войск, что запрашивать. Где наш флот топливный? Так,
Муж в Мексике. Нет, странно. О, вот. Что-то я ступил немножко. Так-то быстрее будет. Высадил в Мексике, пускай они бегут. Где наши флотилии? Ага. Не вмешиваться, не вмешиваться. У нас тут скоро будет весело. Так. А, еще можно создать армию в Азии, чтоб наверняка. Так. Флота не видно. Дистанция снабжения. Вот тут, кстати, хорошая вещь. Теперь нам надо армию прокачать. Хило. Пам-парам-па-пам-па-парам. Гребаные либералы своей агитации. Так. На борт круизного лайнера. Да сколько можно-то? А, давайте. Казус Белли только год действует. Рано. Хрен узнать, сколько мы еще перевозить все это дело будем. Так. Угу. Что за доктрина такая? Так, британская доктрина выморочных владений. Какие-то выморочные владения. Принялась в Индии для аннексии множество квази-независимых индийских княжеств. Доктрина запрещала индийским князьям назначать усыновленных детей своими наследниками. То есть землю мог получить только родной сын от отца, от родного отца. Также британская Ост-Индия, да, компания могла аннексировать землю под предлогом дурного управления ими. Так. Так. Гребная избирательная кампания. Опять сейчас какие-нибудь мудаки к власти придут. Так. Государственный капитализм. Так. На борт. И отсюда сразу плыви в Америку. Так, где тут снабжение войск нормальное может быть? О, вот туда. А ты забирать войска отсюда. Вот так и будем плавать. Египет коват. Везде не успеваешь, однако. Коват, коват, коват. Вот он. Афганистан. Можно уже скоро сферу забрать. Так. Франция гребаная. Так. Ну, в саму Европу, думаю, нам лезть и пока смысла нет. Тут у нас вон противник есть. Охренеть, мы проиграли. Ну все, держитесь, сейчас вам трындец будет. Тупые америкашки. Так. Охренеть, откуда такие цены? А ну тут почти, но... Так, 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 смотрим. Союз британских офицеров, вид на жительство. Можно за счет этих самых выборов немножко повлиять на мировоззрение населения.
Так, агрессивный договор сформировал государство Новой Зеландии, HD, так, Маори, обязательно признать верховную власть над индийской королевой Викторией. Она гарантировала за ним сохранение земельных владений, лесов и рыбных угодий. Так. Что у вас там? Шовинизм, морализм. Морализм, значит. Значит, морализм. А так. Неужели наш флот добрался? Так. Кто у него восстал? Социалисты, что-то я не понял, кто такие были там. Так, значит, сразу же разделяем их. Ты уходишь сюда. А ты пока сюда встаешь. Ну-ка, кто там у них восстал, надо глянуть. Так, местные рынки нужно защищать. Ну-ка. А, националистов. Тьфу ты, блин. Ну, социалистов. Так. Сюда на перевалочную базу. Так, у нас тут что? Все, исход убыл. Афганистан. Во, отлично. Значит, почти выполнили план. Осталось нам, значит, Калат, Меркал, или как он, Микран, и цель выполнена. Ну, не по лбу там. Так, войска. Так, а этих сюда. Вот, уходит, так. Отлично, хорошо, везде колонии, снабжение есть. А где наш... А, вот. Разминулись флоты. Охренеть, агрессивность. Хитрить вашу налево, якобинцы. Так. Создать армию срочно в Европе. Мне нравятся 40 бригад якобинцев, которые хотят восстать. Так. Вперед. Выборы. Консерваторы победили. Микран. Бельгия. Так. Так. Ну пускай подходят войска потихонечку. Сейчас мы их... Блин, ты можешь не ходить, где войск много. Чё... Дебильная настройка хождения войск. Так. Войска обстоят... А, это не мои войска. Ну, бывает. О, деньги пошли. Можно социальную сферу вкладывать. Так, кампарам, проекты. Все, мы что, не могем ничего теперь делать? А, только расширять их. И то что-то им механизмов не хватает. Охренеть. Хорошо, хоть отмена хлебных законов действует. Будто она действует. Чего? 9 лет всего. Я-то думал до конца игры. Ну ладно. Пенджабские националисты. В Пенджабе вообще столько населения было, нет?
Долго эти якобинцы еще будут барагозить? Пинджаб. Откуда у него 2 миллиона населения? Да. Так, 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 так. Египет. Так. Их же бесит эти якобинцы. Так. Британская Сицилия. Чего? А. Так, кстати. Тут же уже есть народ. Сколько три штуки? Это что за беспредел? Охренеть цены, так. Так, 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 так. О, вот и организацию повысили. Ну, хорошо, конечно же. Так. Шоу США, 15 бригад. Шмошники. А, у нас еще флот туда прибыл. 2 флота. Нефиг вам там делать, плыть сюда. Потом отсюда переплывете в Индию, если нужно будет. Так. Ох, ты всех заберешь, отлично. Так. Ай. Так. Так, 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 так. Да что ж флот-то не вы... Эй, вы чё не залезли на борт, мудаки, так? Вот сюда. Так. Тут ж народ готовится. Потихоньку. О, что-то многовато у вас тут собралось. Пенджабские националисты. В море их, пускай в море восстают. Так. Так, 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 так. А этих куда? Сюда куда-нибудь. Охере. Так. Охренеть. Откуда столько? Так, 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 так. Сейчас придется их погонять немножко. Так. Вот этих 15 тысяч надо будет вынести обязательно. Так, 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 так. Ну да, пока восстание тут не до войны будет, конечно же. По-любому америкосы подстроили. Во всем они виноваты, да. Не, ну во всем виновата Англия. Но раз мы за Англию играем, значит виноваты америкосы, да. Ну юг мы сейчас освободим. Так.
Так. Тут что у нас? Тут победа. Давай уничтожь этих. Ехобинцы, мать их, так. О, еще по всей Европе, по всей Англии за ними гонятся, что с этими повстанцами, так. Вот эти вот 11 тысяч вынесем, потому что их много, и они в будущем могут проблему нам доставить, так. Так, 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 так. Культура, идеализм, вот, очки исследования нам нужны. Так, закроем. Выбить. Ты так пройдешься, ничего с тобой не стоит. Ты только не говоришь, что ты проиграть решил. Так. А, нет, тебе надо восстановиться, что-то это совсем с войсками ужас какой-то. Так. Вперед. Так, 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 так. Ну, конечно, выиграли, не могли проиграть. Не забываем посмотреть, что у нас с войсками там. Вот идет. Отлично. Так, осквернение святыни. Ну все, тут страна развалилась внизу, походу. Так. Так, реорганизовать. Эти могут сюда. И тогда вот сюда. Война на два фронта нам нафиг не нужна, потому что ждем, пока с повстанцами разберемся. И давай вот сюда гони. Так. Европа, Европа. Ты можешь сюда пройти? Да, ты можешь сюда пройти, отлично. Надо восстановиться. Охренеть, вот здесь собралось. Так, вынесем их от Кедова. Офигеть. Их все больше и больше скапливается. Так, так, так. Значит, ты сюда. Эти вот сюда. Мы почти раскидали их. Вперед, вперед, осаду с провинции снять. Ну и добить какие-то там остатки, у них еще есть. Посмотрим, что там по якобинцам у нас. Еще 9 бригад готовы восстать. Нехорошо. Поглядываем сюда, потому что нигде истощения нет. Так, а здесь нормально. Вперед. Так. Быстрее осаду снять. Ну и все тут. Как они до сюда добрались? А как? Якобинцы, якобинцы. Отсюда и сюда. Ну и все, фактически. Этих можно. Столицу. Этих тоже поближе сюда.
Что-то мне подсказывает, это не первое восстание будет. Ай. Про Бельгию-то мы в ходе всего этого дела забыли. Она на 9-е, ну что ж, великий, по идее, выйдет. Так. По идее, выйдет великий. О! Все, тебя можно отводить. Тут постой, осаду сними. В Кембридж. Учиться, учиться, еще раз учиться. Да. Ну, я думаю, на этом серию закончим. Восстание мы подавили, а в следующей можно уже с Америкой воевать. Ну что ж, всем пока.